We'll make sure that you get it. Very sunny country, very sunny country. Is 70% grist. 70% обычный грист. 20% husk. 20% шум. The other 10% is flour. И 10% муки. Это самые маленькие из 14 хранилищ на этом заводе. This is a traditionally built warehouse. Он сделан традиционным образом. It's got a low slate roof. У него низкая крыша деревянная. Thick stone walls. Большие каменные стены. And earthen floors for the casks to mature on. И земляные, можно сказать, посыпанные камушком полы для того, чтобы